Let us read the chapter number 10. This was for this purpose, pronunciation purpose, students will find this helpful. Sicha Spurok Studenti Sidiat Vi Nimatelna Srushayut. Prepeda Matel Abhyas Nay Purok. Patom Studenti Dilayut Uprajinia. Anipishut Vi Gavariat Paraski. Prepeda Matel Ispravliaet Ik Ashipki. Когда преподаватель спрашивает, студенты отвечают. Преподаватель спрашивает, что висит справа? Студент отвечает, справа висит карта. Правильно. А что висит слева? Слева висит картина. Слева висит картина. Где стоит стол? Где стоит стол? Стол стоит посредине. Хорошо. А что лежит там? Там лежат книги и тетради. Преподаватель говорит. Вы отвечаете очень хорошо. Звонит звонок. Сейчас перерыв. Я дома. Дома я готовлю уроки. Делаю упражнения, перевожу текст, учу и повторяю снова. Вечером я отдыхаю, иногда гуляю, иногда читаю или смотрю телевизор. Я люблю смотреть телевизор. А как отдыхает Эмилия? Эмилия очень любит книги. Она много читает по-английски и по-русски. This chapter.